Добрый день, уважаемые телезрители Ютуба. Анатолий Ляги тоже. Вот, занимаемся волками сейчас. Отлавливаем волков, стреляем. Добыли вот на днях волка, добыли опять. Старого моего знакомого, уже несколько лет охотился за ним. Очень хитрый волк был. Посмотрите, какие у нас волки. Вот видите, этому волку тоже лет 6 точно, наверное, есть. Старый мой знакомый. Ну, попался сейчас, загнал его на скалу и застрелил вот эти дни. Привез его на базу к себе посмотреть. Вот смотрите, какой он ростом. Я 1,63 м ростом. Смотрите, волк какой. Вот, но ноги его ные. Вот. И посмотрите, волка. Это у нас в Южной Якутии вот такие волки северные. Очень большие, крупные. Так, вот посмотрите, сейчас из до того, вот посмотрите, крупным планом покажу. Зубы, вот видите, они все уже сточенные. И верхний, и нижний, и тот вот зуб. И вот этот, который отстрелили, крупным планом сейчас пока. Эти волки уже прожили достаточно давно, этот старый волк. Но дело не в том, что вот сколько. Тут листая трагедия произошла на днях. Я это поймал их вверх по Сылгылыру у нас. Сейчас покажу. Вот хвост от второго волка, которого он съел. Трагедия началась из-за чего? Это остаток хвоста от волка, от второго. У этого хвост на месте, видите, вот. А это второго волка хвост. И он это, съел своего друга, можно сказать, с которым он всегда охотился. Они в паре ходили. Я из трагедии это произошла вот за этой лисицей. Они задавили красную лисицу, ели и не поделили. Устроилась драка там из-за этой красной лисицы. Вот. Нынче год голодный, наст, и они оголодали, эти волки. Съев в лесу, он со своим спарщиком подрался, он задавил его, и тут же его начал есть, вот этот волк. Более-менее сильный он, или старше. Это лет 6 назад я охотился по Сылгылыру, охотился. Капканы выставил. Они задавили лося там, волки, и постоянно приходили, потом ушли, а остатки лося были тропы. Я выставил капканы на волков, вот на этих вот. Выставил на них, видите, вот пока дрались, вот смотрите, шрамы он нанес какие. Вот, тоже разорвал ему щеку. Вот видите, тоже жить-то охота, ёлкина. С волками жить по-волчьи выть надо. И это, капкан попался, короче, у меня кончились крупные капканы, и осталась одна двойка, двухпружинник. Я там на тропе поставил двухпружинник, потом поехал проверять, уже конец сезона был по Сылгылыру. Приехал, и капкан в двойку вот эту, попался вот этот вот волк. Попался тоже, наступил. Лыж у меня с собой не было. Капкан слабый, елкина двойка. И этот волк вот с этим, со своим спарщиком, ну, напарник его он и был. Ушли они. Ушли. Вот двойка, вы представляете, охотники, двойка это капкан на волка. Конечно, он мелковатый, елкина. Ушли, я не смог догнать их. По снегу шел без лыж, вернулся к бурану, поехал за лыжами, лыжи привез на второй день, погнался за ними, перегрыз, короче, он перегрыз палку,
Потоск. И они ушли вдвоем с этим волком, вместе с капканом ушли. И ушли очень далеко, я так их и не догнал в тот день. И он ходил, вот этот волк, которого он задавил, он ходил с ним, пока у него попал все вот так вот в капкан, вот с правой стороны капкан. Вот эти вот пальцы все были зажаты капканом. И они ходили очень долго, я не знаю сколько там, недели две, наверное. Еще мороз был, было это в начале марта, как раз мы закончили охоту, только на волков охотились. И капкан все-таки отмерзли у него ногти, отгрызли, и он все-таки освободил ногу. Я капкан все-таки нашел этот, там вот ногти вот эти вот, все вот эти ногти, которые... Вот так вот, они все были в капкане, отмерзли вот эти коготки, они были все в этом, в капкане. И вот этот волк ходил с ним, ходил, он не бросал этого волка, постоянно с ним ходил вместе. Нога, он хромал всегда, ну это уже не был, конечно, не охотник, без ноги, калека был. И вот сколько, 4 года он с ним вместе ходил, вот с этим волком. Но нынче я их поймал на путике по Сылгалыру. И это, когда увидел, что он съел своего собрата Ёлкина с голоду, решил показать его, вот привез на базу. Ну, волк крупный, конечно. Такие волки крупные, уже старые, он, видите, зубов нету, все уже сточились зубы. Да и возраст уже их начал подгонять. Сейчас уже постарели, и их, видать, не, они всегда в паре работали вот с этим волком, которого он задавил. Видите, вот как с волками. Сейчас я покажу его боком. Вот. Вот он, волк, посмотрите. Во. Очень тяжелый волк этот. Посмотрите. Но он отощал, и то килограмм 40 есть весу. Тяжеленный Ёлкин. Вот. И вот так вот, ага. Вот такие случаи бывают у нас. Вот такие, ага. Волки. Ну, видите, жил со своим собратом и столько лет вместе охотились, и все-таки он его задавил. Как говорят, с волками жить по-волчьи выть. Они забивают их. Волки, когда состарятся, их волки со стада выгоняют. Негодных волков уже состарившихся вот таких волков. А этот сам все-таки задавил вот своего спарщика с голоду. Лисица бедная, видите, лису они сразу поймали, вот по Сылгалыру на речке растерзали, одни клочья, только шкуры остались, и за этого и получилась у них схватка двух волков. Вот такие вот случаи бывают, Ёлкина. Вот я ездил как раз на Ямахе, на своей, отстрелян он был с карабина, с моего вот новый карабин. Видите, вепрь, ну это АКМ, загнал его, он убегать начал, но я его погнал, он выдохся, залез на скалу и попал ему, несколько раз попал, свалился, залез на гору его, спустил, камеры у меня с собой не было, но привез вот так вот его сюда, себе, на стойбище, где мы живем, охотимся, на Сылгалыре. Это наша охотничья база. И вот так, ну, сейчас очень теплый год. Нынче снегу, осадков очень много выпало. Видите, и до сих пор снега идут. Вот такие дела. Ага. Ну, смотрите канал Анатолий Ляги. Подписывайтесь. Будете
знать очень много интересных фильмов, просматривайте. Всем до свидания, до скорой встречи в эфире.